тверских школах подходит к концу первая четверть. За это время все уже привыкли соблюдать повышенные меры санитарной безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой. Учителя в обязательном порядке носят маски, на входе всем измеряют температуру. Затем, как начинается обычный школьный день, наблюдала наша съемочная группа. В этом году первая учебная четверть в школах города идет при строгом соблюдении всех санитарных правил. Каждое утро школьники привычно проходят утренний фильтр. Обязательно обрабатываем руки, и некоторые дети ходят в масках. Обязательно, когда мы входим в школу, нам мерят температуру. В 51-й школе в микрорайоне Южный для педагогов открыт отдельный вход. В учительской они измеряют температуру и записывают данные в журнал. А вот здесь фиксируется количество отсутствующих школьников. Здесь мы отвечаем по болезни. Из класса у меня 2 человека. И по уважительной причине записываем тоже 2 человека. Во всех кабинетах есть графики проветривания и дезинфекции. Каждые 20 минут в классах объявляется 5-минутный технический перерыв. Дети выходят в рекреацию, а учитель в это время протирает парты спецсредством и проветривает помещение. Мы считаем, что эта мера очень удачная, так как в школе у нас 1350 учащихся, а болеет ОРВИ чуть более 2,5%, чуть больше, нежели 50 человек. Поэтому мера показала себя очень хорошо. Согласно новым требованиям, маску в обязательном порядке должны носить все педагоги. А вот детям можно ее надевать и ходить в маске по желанию. На следующей неделе в тверских школах начинаются каникулы. Пока учащиеся будут отдыхать, в учреждениях образования проведут усиленную дезинфекцию.